Всем здравствуйте! Вчера косил траву рядом с нашим домом. И вот здесь, буквально пару квадратных метров, покосил траву очень коротко, практически вровень с землей. Вот видите? Вот так я всегда косил траву. Очень коротко, но вчера я начал косить по-другому. Вот здесь участок. Видите, как покосил траву? Буквально посбивал верхушки, выровнял, чтобы было красиво. Почему так сделал? Вот растет у меня черешня. 2 года она страдала от тли. Причем тля появлялась максимально, когда я косил траву. То есть покосил траву вокруг, все красиво, но появляется жутко много тли. Как только трава отрастает, пропадает тля. Как только опять, ну опять же, за сезон траву косят не один раз. Как только покошу траву, опять тля. Как видите, листья вообще без признаков тли. Все супер. В этом сезоне я траву еще не косил, только покосил вчера. И покосил, причем, как я сказал ранее, не очень сильно. Я решил пойти на эксперимент. Вот сегодня, то есть вчера, покосил очень легенько траву, не сильно, и понаблюдаю пару дней за моими деревьями, потому что у меня здесь вот черешня, вот там яблони, вот там еще яблони, еще груша. И как только косил траву, всегда тля появлялась. Сегодня четверг, я уезжаю на пару дней и приеду в воскресенье, посмотрю, как будут себя чувствовать мои деревья. Поэтому продолжу съемку через 2 дня. Итак, продолжаю съемку, но продолжаю через неделю. Через неделю, смотрите, что. Через неделю уже развелась тля. Здесь, на макушке. И вот здесь, на боковой ветке, видите? Как только покосил, через пару дней появилась тля. Вот такое как бы у меня наблюдение. Меня интересует, что вы скажете по этому поводу. Пишите в комментариях. Я считаю так. Как только срезается трава, какая-то кормовая база пропадает у тли, и она перебрасывается на более доступную еду, например, на черешню. До этого вообще не было тли. Еще одно наблюдение. Вот смотрите. Пришел вчера. Думал, здесь скошу сорняки. Сначала начал вот здесь. Здесь у меня все замульчировано листвой. И вот растет ирга. Подорожник. Я его оставил. Смотрю, какой-то кустик. На нем куча тли. Вот. Тут тоже вот куча тли. И вот здесь куча тли. Вопрос: если я скошу, срежу эту траву, куда эта тля перекочует? Ну, конечно же, на иргу. Вот на ирге здесь уже чуть-чуть, смотрю, муравьи работают, но это не критично. Если я скошу все это, вся эта тля будет здесь на ирге. На ирге будет и вот здесь у меня молодой куст смородины. Смородина вообще, ну вот чуть-чуть здесь смотрю, какая-то болячка, идеальная, без тли вообще. Но как только я скошу эту траву, ну понятно, что будет. Пока что вывод следующий: скосил траву, лишил тлю еды, тля перекочевывает на другие растения, в частности на плодовые, на кустарники. Поэтому пока что такой вот вывод. Пишите опять же в комментариях, кто что думает по этому поводу. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.